Самое доброе утро, дорогие друзья, и самых добрых выходных, которые уже вот-вот наступят. А чтобы вы знали, чего от них ожидать хотя бы в плане погоды, наш сегодняшний прогноз. В ночь на субботу ожидаются ощутимые морозы 8-13 градусов. Днем температура будет гулять от минус 5 до 0, существенных осадков не ожидается. Ночь на воскресенье окажется чуть милосерднее, ночью минус 7 градусов, днем потепление до минус 2 и снег, возможно с дождем. Ищите менеджеров в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Их увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Телеграм. Условия размещения можно узнать у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.